Уезд Гюндомуш, восходящий корнями к античным временам, был построен в римский период. Гюндомуш со своим доброжелательным местным населением, неповторимой панорамой Таросских гор и природными красотами является как бы сокрытым от постороннего взора райским уголком, ожидающим посетителей. Памятники истории, дошедшие до наших дней, бдительно охраняемым местным населением от разрушительного воздействия природного и человеческого факторов, и в наши дни своим видом продолжают очаровывать посетителей. В уезде имеется множество мест для пикников, прогулок. На данный момент продолжаются работы по организации национального парка и взятие под охрану государства этого уникального лесного массива, расположенного в местечке Пынарбаши. В уезде имеется множество высокогорных пастбищ. Некоторые из них – Али Ахметляр, Элибейляр и Кадырлар – носят название местных семейных кланов. Еще одно необычное высокогорное пастбище – Чашир. В последние годы любителями здешних красот на высокогорных пастбищах в рамках туризма проводятся различные мероприятия.